На площади Нахимова в дни новогодних праздников не темнеет. Как только город погружается в сумерки, яркими лампочками светить начинает праздничная иллюминация. Самую большую елку города по традиции зажег главный волшебник страны. Дед Мороз со Снегурочкой прибыли в кабриолете с эффектным эскортом. Байкерский кортеж провожал их до самой сцены. Раз, два, три, елочка, гори! В любом возрасте нужно верить в чудо. Без чудес очень скучно жить на этой планете. Конечно, есть новогоднее настроение. Желаю всем-всем севастопольцам, чтобы следующий год был лучше, чем этот год. И все пожелания, все их мечты сбылись. К севастопольцу с праздником наступающим 2018 год. Слушай, аж не верится уже, что 2018 год. Как будто недавно родился, это уже 58 лет. Ай-яй-яй-яй-яй. С праздничком, севастопольцы! Кроме центральной, новогоднее настроение создают еще 9 елок во всех районах Севастополя. Каждую в этом году украсит снежинка с главной красавицей праздника. И снежинка для Качи! Так, внученька, передай обязательно снежинку от дедушки. Ай, молодцы, ай, молодцы. Нужно помогать ближним, нужно любить друг друга, нужно как можно больше совершать добрых поступков и, конечно же, работать на благо своей замечательной страны, на благо города, ну и быть счастливыми просто. Вот только тогда все будет у нас хорошо. К празднику на площади Нахимова развернулась настоящая новогодняя ярмарка. Здесь продают эфирные масла, орешки, букеты из сосновых веток. На Новый год дома очень долго они стоят. Пихтовые веники. Вот. А для чего они нужны? Пихтовые веники можно парить с подружкой, какой он мягкий. Вот. И запах приятный очень. То есть в баню можно дома поставить опять же. Настроение самого волшебного дня в году чувствуется по всему городу. Яркая трехметровая надпись «Я люблю Севастополь» украсила площадь Нахимова. Огромные цифры 2018 установили рядом с театром Луначарского. В окнах жилых домов гирлянды, на улицах инсталляции и необычные конструкции. Миллионы светодиодных лампочек создают предвкушение новогодних чудес. Камин, карета с лошадьми, огромные подарки, трон Деда Мороза в Севастополе зимуют второй год подряд. Зажгли гирлянды на деревьях и фонарях. Ощущается, да, предпраздничное настроение, все замечательно. Благодаря таким чудесным сценам радуются дети, радуются взрослые, радуется город, поднимается настроение. И все просто здорово. Лампочки служат около 5 лет, в это время перегорают редко. И тогда их не утилизируют, а восстанавливают. А некоторые композиции приходится обновлять чуть ли не каждый год. Есть объекты шляпки на Приморском бульваре. То есть это представляет себя конструкцию, светящуюся в виде такого полусферы, которая вешается на фонарь. От него отходят ниточки гирлянд и подвешиваются шарики разноцветные, красивые, переливаются в свете гирлянд. Яркие аллеи, скверы, деревья и фонари в каждом районе Севастополя. Обычная прогулка по городу становится волшебной. И хочется поверить в чудеса, особенно новогодние. Праздничного настроения желают всем севастопольцам. Марина Кравцова, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя.